Здравствуйте. Сегодня в Черкасах на Украине проходят такие занятия с детьми в Доме народного творчества, где детей учат расписывать яйца, расписывать писанки на украинской мове при помощи такого способа, как бы такие специальные приспособления и с воском. И вот учитель привела детей к народному мастеру, автору 10 выставок. Сейчас я подойду, прочитаю за этого человека, который имеет всевозможные дипломы. И есть, как здесь написано, всеукраинские, там международные фестивали, дни в Украине, в Польше, дни в Германии. Ольга Отнякина Берник, Ольга Михайловна. Она, я сейчас пройдусь, покажу вам зал, покажу этих детей. Ну, она пообещала дальше мне рассказать, немножко говорит у гомонинцев детей. Сейчас их учат, показывают, как можно сделать роспись на пасхальных яйцах. Вот этот зал. Да, я бы сказала, дети с большим увлечением все это делают. Правда, шумно. Вот небольшие поделки. Это же обычно у нас на Украине готовят к Пасхе вот такие корзинки, которые ложат и Пасху, и крашенки, вот эти пасхальные. Ну, то есть сейчас детей, видите, приобщают к этому, учат их. Видишь, это целое искусство. И вот смотрите, куклу, это же все как бы самодельное. Мама с ребеночком и на мысто, и все вышито, сделано руками. Ручные работы сейчас очень ценятся. Здесь могут учить не только детей, а вот и взрослые могут прийти здесь тоже учиться. Сегодня последний день такого уже обучения, несколько дней проходило такое обучение, по всей видимости, приводят детей со школы, организовано. Можно. Это тоже сделано, наверное, с глиной. И все это расписано вручную. Западной Украине, там в Коломиї вообще такой памятник вот такому большущему такому яйцу стоит расписной такой где-то, ну, в центральных частях такого городка небольшого. Горох з капустою. Ага. А десь ще там є. Що? Буде гарно. Іду. Що? Буковки не пишемо. О, оленю намалювала. Диви, якого гарного. Тепер з другої сторони. Ой, перепрошую, малюю. Оленя малюю. Что?
Очень интересно, мне понравилось. Очень интересно. Такая атмосфера. Вот что значит дети увлеченные. Дай Бог, чтобы дети были больше увлеченные чем-то хорошим, таким, чем-то обучающим. Тогда всем будет жить лучше.